Наверное. И что, вагончик разрушился? Хасал тут устраивает. Ну, мы же мимо малого Бермамыта едем. Куда? Какой хасал? Ну танки уже начали спуск на ступеньку. Вот смотри, еще Ром, доски, из них иногда. Да, вижу, я же их объезжаю. Мы сейчас, да, такой хороший возик. Нашли. Я имею в виду, сейчас куда едем? Сейчас мы поедем на Худесские лабиринты. А это что? Это место такое. Это красивое. Офигенное место. А, как бы мыс с камнем, который выдается в ущелье, над ущельем Худеска. И этот мыс сложен, там какая-то интересная зернистая порода. И там как будто вот, как древний город какой-то. И ходишь прямо как, по этим вот трещинам. Они как улицы. Я здесь еще не ездил. Ходить ходил, но ездить еще никогда не ездил. Давай! Иди сюда! Так, самое сложное, вот она ступенечка. Давай, 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 прямо, прямо руль. Отлично. Прошли спокойно. Все, здесь надо крутануться.